граната! Во славу империи! Во граната! Гребля! Будь на щеку! Пошли! Похоже, что вот там сегодня будет махать бомбами!
в атаку! Ты ранен? Как велика твоя рана! У меня инкородера! Бред! В атаку! Империум выделил реквизицию. Понимаю. Естественно. Как так? Понимаю. Благодарю! Затолкаем гранату его в зад! Естественно.
Держать оборону! Стоять до конца! В атаку! Даже ты все это не утащишь, малыш. Империум выделил реквизицию. Как я этого долго ждал. Точно! Даже ты все это не утащишь. Империум выделил реквизицию. Как я этого долго ждал.
гранатами! Валите! Да, капитан! Пока что-нибудь не продашь. Я могу помочь! Империум выделил реквизицию! Медика сюда! Слава императору! Хоть какая-то помощь! Я бью за Ичан! Да ничего, нормалек. Я бьюсь за Ичан! Я не знаю страха! Только с мой десан! Интересно, и как ты собрался все это таскать? Come on!
Граната! Чё, пацаны, аниме? Теперь где будет стоять? Да там же, только поглубже. Там внутри комнаты, наверх куда-нибудь залезешь, а я берсом внизу повожу. Вот интересно, и как ты собрался все это таскать? Это бинген у меня. Заходим! Куда прям дальше иди, наверх залезай на самый. Там побезопаснее будет. Короче, чем дальше, тем безопаснее. Лучше вообще до упора иди. Ща патра приведу. Наверху не появится. Ну только одиночные могут телепортами. Yeah.
мне нужно еще время! Затолкаем гранату ему в зад. Император защищает. Он прикрепил. Thank you.
Вообще изи не почувствовал. Да точно! Ну это N5, тут все жирные. Тут что-то прям. Тоби стоит. Ко мне, братья, и к победе! Ты это не унесешь, пока что-нибудь не продашь. Империум выделил реквизицию. Затолкаем гранату его в зад! Бей гранатами! Пойди!
императора! Запас мой десант! Милый, ты вряд ли сможешь все это поднять. Как я этого долго ждал! Эта штука слишком тяж... Попади камень! Я не знаю страха!
Затолкаем гранату ему в зад! Ты это не унесешь, пока что-нибудь не продашь. Знаешь, даже ты все это не утащишь. Тут на Патре сильно тяжелее будет, такого клевого места как там нет. Тут не очень представляю, что делать. И так ведь там был. Затолкаем гранату ему в зад! Туда пошли на длину. Го тут попробуем. Из Берса, наверное, убьемся. А я ну. Я боюсь горячан! Я не знаю страха! Одного удара. Да, быстро. Через чё?
Где с кем лучше играть? Ну, поздно уже, нормально. Это я. О, вот так поудобнее будет. Вот тут первую волну. Где с кем лучше играть? Чё? Кем лучше играть? Да. Я не знаю, на волну можно так же. А это кто там такой? Прокачник. Акер. Чё? Это кто там такой прокачанный подключился? Это Дивайн Вирга, новый админ. Да. Тут, мне кажется, нас тут прям на первый еще похоронят. Да не, может, на третий. Да мы только первый тут потом в норм место пойдем. Кошмар вообще. Знаешь, похоронят. Собак. Ууу, нифига себе. Ну сюда бы сапа. Ну да. Протекты. У меня протекты нет. Протекты с какого? С 15-го появляется, да? С 13-го. Ну, в инвентаре с 15-го, да. А что-то я в прошлый раз зашел с сапом, у меня не было протекта. Хотя он ну, не 14. Ну, дают, да, дают с 15-го. А, ну вот, я правильно спрашиваю. Текс. А здесь таким лучше. Ну тут, думаю, без разницы. Тут и так доедем. Вон туда, в туннель погнали. Желательно же кот мод. Что-то магазин туда бежать, да? Ага. Сразись со мной, чудище! Граната! Знаешь,
знаешь, даже ты все это не утащишь. Готу даже. Почти пустой был. Ну, сами-то. Я тоже пустой. Коробок не видно, бля? Неа. Ни коробок, ни хрена. Зато на базе тут удобно. Ну да. А что есть, народом так же тухляк и есть, да? Да народ. По-разному, вчера вот норм было какого-то хрена. Три ночи. Сегодня в час никого. По-разному. Блин, ну раньше-то помню, постоянно был народ. Теперь чем мы забросили. Да все так говорят, а на самом деле никто точно не помнит, сколько было народа в 2 часа ночи. Ну, по времени я не скажу, но... Вечером нормально народу было. Я помню, даже были времена, что я не мог зайти на серф, потому что он был полный. Ну, вот такого даже я не застал. Где-то 2 недели назад 15 человек было. Даже скриншот есть. Чего такое падение? Народ не играет в кайфку. Чё? Народ в кайфку не играет или, блин, это... Или раскрутка не стоит на сердце? Здорово! Я не шарю. Привет, ваш паунд. Чё, зайдешь к нам сегодня? А с вами в ДС можно? Можно. Так вот делаешь, escape нажимаешь, и тут вот в новостях ссылка на Discord есть. Обои прикалывают, конечно, в тоннельчике. Ну, блин, да. Обои прямиком из 2004 года. Эта штука слишком тяжелая. Бей гранатами! Блин, вот бы диван с нами поставить. Может, попробуем у нее встанем, раз мобы к нам не идут. Вот так хотя бы. Вместе будем. Граната! А вон там сидит вроде. Наверху. Одну бы не купил. Это где? Я многих людей видела. А вот идем. Сюда. Естественно. Пицца лежит. Ну, вроде тут она, я хз. Мы ее пробежали. Ну чего?
Ну, да нормально, что ли? Здрасте. Челик со стрима пришел. Прикрой чуть-чуть, отлучусь. У тебя что-то с микрофоном нет, гы. Починить можешь? Благодарю за помощь. Ну, это этот челик, который с нами вчера играл. Заходил с Твича с нами погамать. Какие-то приколы у него с микрофоном. Ты это не унесёшь, или чё? Пока что-нибудь не продашь. Граната! Что ты в мой кит грант кидаешь? Да просто так. Go в ДС. Да в смысле, мы в ДС, алло. О чем речь? О, денежка. Плохо слышно тебя в ДС с телефона. Может, с компа лучше? Best killing floor. Да. Мы тут. Если чё, пытка номер два. Чё, починил? Нет, не починил. Здорово. Теперь чё-то слышно. Ну что-то так, тихо-тихо. Да. Можешь себе микрофон немного прибавить? Может, вот так? О, вот так нормально. Ну, значит, понятно. Капец. Ура. Сейчас к вам залечу. Давай. Тебе не страшно?
Я, кстати, подобные сервера, видел с рулеткой вот эти. Тоже были такие. Попробуешь себя еще чуть-чуть прибавить? Ты на 200, я тебя ни хрена не слышу. Ну, просто наушники и микрофон. Во, лё-лё. Теперь так нормально? Да вроде не сильно лучше. Не сильно. Милый, ты вряд ли сможешь. Но заходишь в настройки Дискорда, там громкость прибавляешь. Что-нибудь такое, не? Не, громкость стоит на максимуме. Чувствительность, может? Да. Хочешь умереть? А что с компании зайдешь? Нахрена с телефона? Вот интересно. И как ты собрался всё это на компе нету это. От телефона в комп нельзя? Ну короче, на телефоне у тебя очень хреновый микрофон. Я половину буду не понимать. Так что если что, кричи. Эй! Ну или не кричи. Какое приятное чувство. Так. Ничего не меняется. Может, надо телефон, чтобы мне горло затолкать. Другого микрофона нет никакого? Блин, я умру, если у меня на стриме такие звуки будут. Ой. Ты уже умер. Ты что сделал? Да не в этом смысле. О. Стоять вот тут с ними. Если что. Нормально. 60 мобов как-нибудь дотянуть. Да ну не знаю, меня только чуть ли не ливнули. Патронов нету ничего. А вот теперь вроде получше стало. Настроить этот грёбаный микрофон. Мне кажется, он никогда нормально не заговорит так. О, все. Теперь так, норм. О, нормас вроде. Да. Ничего себе. Я просто беспроводные наушники взял. Блин, сразу, о них сразу так было надо. А теперь нормально вообще. Да-да. Кайф. Теперь даже убавить можно тебе. Ага. На
Главное, чтобы они не разряжались каждые 10 минут. И нормас. Да нет, зарядку они по 3 часа держат. Так что нормас. Бля, кстати, интересно, какой движок типа в Killing Floor? Какой-то Unreal 2.5. А, точно Unreal уже был. Медика туда! Эта штука слишком тяжелая. Сначала тебе нужно что-нибудь какой-то. Я уже забыл. О, ладно. Не понял, почему. Кнопка Escape присоединиться там в. Да, я уже. Оп, че это так быстро? Ну это диван рофлит. Не надо так с вещами. Че, залезаете вон туда же наверх? Да, я понял. Или бабло? Неа. Меня вообще ушатали, я бомж. А, кстати, а вы работали в блендере? Нет, я работал в 3D Max'е. Максимум в 3D Max'е. Ладно. О, капец. Ага. Да норм все будет. Держи его внизу. Вы сверху стреляете. Да, слышно. Просто звонит. Я на Патрике громкость прибавляю сильно. Вот этого я могу не слышать. Но вроде ты тише стало. Да, хотя, может, кадр. Нормально, еще две мапки сыграем, я разберусь с громкостью. Извини. Я на боссе специально громкость вкручиваю, чтобы его слышать хорошо. Вроде легко идем. Ну. Я только пока. Не, ну если честно, кажется, что вы... Я бью зайчат! Я не знаю, куда это!
фатра упустил, план поднимается. Вы за кабуна держите! Ого, внизу. Знаете, что это типа папа? Окей. Он не повод нарушать пистолет. Ничего не знаю, ничего не слышу, я тут просто убиваюсь рядом. Еще что-нибудь не удохнет, если ты хочешь, скорее всего, на... Ну, М5 все жирное, мне не должен удохнуть на спон. Это две обоймы, это... Хрен, хочешь, это 4 патрона. 3 флешки, ни одна не сдохла. Это поверх кидают, осторожно. Чё, банки нет? Понял. Добейте, там прям чуть-чуть у патра осталось. Сейчас посмотрим, что там по громкости. Да-да. А по громкости все херово. Ну так, попробуем. Опять диван рофли. Сколько можно? Ёп. Смешно, да, смешно. Не знаю, что взять. Толчок го. Это моя любимая карта. Твоя любимая карта это Вест Лондон? Да. Блин, опоздали на пару сек. Но шанс был. Ну ладно, следующая карта будет. Она нормальная, мы ее берем, потому что там тактикулить можно. Там на мост наверх снайпер сажаешь, а внизу берсы бегают. И не пускают батю наверх. И нормально. Ну так как насчет вот этой вот модельки? Ты сам вроде бы выбрал, да? Твоей главной. Да, модельку я сам делал. Я на этом серве много чего делал. Не, ну моделька мне понравилась. Комом будешь? Может другой какой-нибудь перк попробуешь, там, типа снайпера, подрыва, инженера.
Ну да. Еще кого? Когда не начинайте. Здесь файринг нормально будет? Или подрывом? Думаю, норм. Ну, что такому уже понадоело. А как мне выбрать, если я уже все? Ну, я тебя снайпером сделал. А, нет, все, я уже выбрал. Да, я выбрал. Вот я не выбрал. Берст на Найт 5 нахер не нужен. Ай-яй-яй-яй. Нет, ты сначала. Сначала лучше добеги, а потом стреляй, там бы мод дает печальный. Сидим. Как так? Вот так, мапа не знаю, вот. Мне кажется, мы тут и первую не пройдем. Я тоже бы. Все из-за моего берса. А, дружи. Ой-ой-ой, плотно. Секундочку. Стреляю с В-94, черная такая винтовка большая, она самая мощная. Так я с нее и стреляю. Ты вроде с АВ-шки стреляешь? Нет, я с нее. Вот бы тот самый бар обычный. Вот, здесь был бы вместе. Я помню, как на это. Я уже забыл эту карту, как она называется. Ну там типа вроде бы космическая станция, и там гравитация была. Фактически. Ну как на нуле. Ну так. Три вроде бы гравитации, я уже не помню. Ну так вот, и там я брал эту снайперку бары, и просто летал по всей карте. Я понял. Это было охеренно. Тут тоже есть мапки с гравитацией. Хотя чё уж там. Да-да. Ну я флешпаунду перк ставил, я не успел взять ничего. Я не страшусь зла, я не страшусь смерти, потому что император защитит меня. Ой-ой-ой, где-то я далеко появился. Да норм. Нет, нормально, нормально. Здесь рядышком. Добавите на ракетницу. Сейчас посмотрим. Она 6000 стоит. Ну, у меня есть ракетница. Ок. А вот на патроны на ее что-то вот это? Да. Come on.
подорвали, пацаны. А, помогите. Ты понял, помогаю. Чё толку-то, у меня есть магазин там. Попробуй добежать. Вот, сейчас точно не рискну. Ну да, ещё никак. Пила здесь, пила, пила меня. Да, с инженером полегче, конечно, но сильно ничего не изменилось, все равно бред. Кушат нас. А ты какие языки изучал? Может быть, будешь с 94 стрелять? У нас рубит сейчас языки. У меня... Не, я купил АВ-50. Я продал все, что какие-то патроны. У меня уже нет на 5 патронов. Ну, короче, если я помрешь сейчас, то появишься с топовой пушкой, с нормальной. АВ-50 так себе. Она нормальная, да, но там надо в голову попадать. Сложно. В 94 она прям вообще и в ноги выносит. Фэнди нормально. Идет. Причем не один. Дайте я помогу. Можно просто суицид в консольку написать. Я просто за английский нормально написал. Я немецкий изучу. Ничего себе. Ну-ка скажи что-нибудь по-немецки. Шиссен, блин. Да, не очень правдоподобно, ну ладно. Пауз. Да чё ж он такой медленный-то, а? Напишите просто, как эту команду писать. Я не могу вообще. Вот так в консольку. Только на свой труп потом не наступи, а то возьмешь кейс без пушек. А она у меня пишет, типа, неизвестная команда. Пишем неправильно, значит, да? А, вот. О-о-о. Эту штуку можно еще на кнопку забиндить. И по кнопке, типа. Ну, только самое главное, кнопку случайно не нажимать. Хорош. О, говно по трубам. Ой, все, ухожу. Ухожу. Старайся вот с этой черной Волги таких качков черных эндиков убивать. Ну-ну. С двумя пилами. Нормально убивает их только снайпер. Бля, все. А вышка стреляет, чё? Или АВ-шка тоже закончилась? Да.
Пойду-ка я стрим офну с позором, а то в 2 ночи его никто не смотрит.